Сегодня в Чебоксарах прошло выездное совещание сенаторов Совета Федерации. Оно посвящено реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года. Члены делегации побывали в столичном микрорайоне «Новый город» и индустриальном парке. В основе индивидуальной программы комплекс мероприятий, способствующих росту качества жизни в регионе. Одно из важных направлений – строительство жилья. Его нужно много и по приемлемой цене. Один из быстро развивающихся столичных микрорайонов – Новый город. Сенаторов интересовала цена жилья за квадратный метр, наличие социальной инфраструктуры, парковок, доступность, льготной ипотеки. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, когда готовили ее, для того, чтобы поддержать строителей, нам нужны метры квадратные. Вот мы решили по двум фронтам пойти. Первое – инфраструктура поддержать, ну, на себя взять нагрузку раз. А второе – мы в рамках индивидуальной программы включили в программу по субсидированию ипотечных ставок. И, значит, с этого года 350 миллионов рублей будет направлено, с одной стороны, на субсидирование ипотечных ставок. То есть мы сможем поддержать, в принципе, по ИПСР там, на 10 миллиардов рублей жителей, стимулировав ипотеку. Застройщики детально рассказали об особенностях архитектурной застройки, отметив при этом, что вкладывают свои средства в развитие общественных пространств. Район называют городом без машин. Вы не увидите во дворах личные автомобили, все они находятся вне зон отдыха, на специальных парковках. Есть детсады, школа, небольшая поликлиника. Застройщики выполняют все взятые обязательства, в том числе и строятся новые школы, и детские сады, но прекрасно, я считаю, что микрорайон получается. Я понимаю, что, наверное, у республики есть определенные обязательства федеральным центром по застройке квадратных метров. Я надеюсь, что благодаря таким застройщикам, в общем-то, эта проблема будет решена. Самое главное, жители Чувашии будут получать благоустроенные квартиры. Сенаторы побывали и на площадке индустриального парка. Один из резидентов – завод «Энергомаш». В рамках реализации индивидуальной программы развития он получил государственную поддержку в сумме 6,5 миллионов рублей на приобретение оборудования. Здесь выпускаются трансформаторные подстанции. Гостей из Москвы интересовало и местное законодательство в области строительства, поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из главных наших задач – услышать от вас, от регионов, предложение по изменению нормативно-правовой базы. Мы все-таки Верхняя палата парламента, и мы законодатели. И для нас важно услышать, чем мы можем вам, регионам, помочь, вот как конкретно Чувашская республика, чем можем помочь в разработке новой нормативно-правовой документации.